Всем привет! Сегодня я хочу сказать про то, что Samsung представила гибридный смартфон с 20-мегапиксельной камерой и 10-кратной оптикой. Как вы уже знаете, такой смартфон уже представляла Samsung, и он назывался Galaxy 4 Zoom. Но этот телефон будет, конечно же, мощнее, побыстрее и попроизводительнее. Ну что, давайте... Я вам расскажу эту новость. Южнокорейская компания Samsung представила долгожданный 20-мегапиксельный камерафон Galaxy K Zoom, ставший гибридом популярным флагманом Galaxy S5 и цифрового фотоаппарата. Премьера новинка состоялась на мероприятии «Лови момент» в музее дизайна Red Dot в Сингапуре. Как вы уже сумели заметить, этот телефон будет гибридом популярного флагмана Galaxy S5. Кстати, я смотрел видео GSM Арены про то, что про вот этот вот музей дизайна Red Dot, они его показывали с улицы. Так что, кто хочет, может зайти на сайт gsmarena.com и посмотреть это видео. Samsung Galaxy K Zoom является вторым камерафоном Samsung после Galaxy 4 Zoom, представленным в прошлом году. Мобильный телефон, выполненный в форм-факторе цифрового фотоаппарата, оборудован 27-мегапиксельным датчиком DSi CMOS, который сопровождается ксеноновой вспышкой системы оптической стабилизации изображения. Для съемки в условиях слабого освещения тыльная камера имеет поддержку 10-кратного зума, возможность записи 360p видео и ряд других полезных функций и режимов, которые оценят фотографы-любители. Фронтальная камера для селфи получила датчик на 2 мегапикселя. Кроме того, Samsung Galaxy K Zoom получил 4,8-дюймовый дисплей с управлением HD с разрешением 720 на 1280 пикселей, операционную систему Android 4.3 KitKat, а также процессор с 4 ядрами на 1.3 ГГц и 2 ядрами на 1.7 ГГц. Производитель не назвал модель чипсета, но ресурс NDTV предполагает, что Exynos 5 Neha с графическим чипом Mali-T264. Давайте посмотрим видео. Эргономический дизайн у него, ксеноновая вспышка, Android 4.4 KitKat, 10-кратная пичкей зум, 2.48 HD Super AMOLED экран, 2.7 сенсор, 27 сенсор. Вот такое вот видео, какие вот у него характеристики. Мы продолжаем. Я вам продолжаю рассказывать про этот смартфон. Остальные спецификации включают аккумуляторную батарею на 2430 мАч, 2 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 64 гигабайт через стандарт microSD. Камерафон будет доступен в двух версиях LTE и 3G. Также предусмотрены такие варианты подключения как Wi-Fi, Bluetooth, microUSB и NFC. На примере Galaxy K Zoom компания Samsung продолжает демонстрировать свою приверженность в создании продуктов для удовлетворения самых разных потребностей наших клиентов. Новый Galaxy K Zoom позволяет с легкостью захватывать и делиться самыми важными моментами и жизни с потрясающей четкостью, удобством и подключением присущим смартфону серии Galaxy, что создает уникальность
уникальный многогранный опыт использования мобильных устройств. Прокомментировал запуск старший вице-президент подразделения Mobile Communication Business компании Samsung Electronics Сан Хонг Лим. Вот это вот сказал вице-президент подразделения Mobile Communication Business компании Samsung Electronics. Его зовут Сан Хонг Лим. К сожалению, южнокорейский гигант не назвал цены и доступных Galaxy 4 Zoom в продаже. В общем, такая вот новость. Очередной телефон от Samsung, очередной камерафон от Samsung. Я думаю, что он будет неплохим телефоном, но опять же вот этот объектив будет смотреться странно для людей. Если вы будете по нему разговаривать, на вас будет смотреть, я думаю, косо, потому что непривычно. А так, в принципе, очень неплохой телефон от Samsung Galaxy K Zoom с 8-мегапиксельной камерой и 10-кратной оптикой. В принципе, вот это и все про эту новость. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!